Чем интересна эта техника? Что вот, казалось бы, двумя красками, а можно передать и ночь, и день, и состояние природы разное, и зиму, и лето, и осень. Редкая возможность лично пообщаться с художником Сергеем Голяндиным предоставилась всем, кто пришел на его мастер-класс в историко-культурный центр. Сейчас здесь экспонируется более 100 работ автора. Наш земляк, житель деревни Жабкино, в окружении своих картин охотно делился секретами мастерства. Он предложил написать миниатюру «Корейская ночь» в технике гризаль, которая выполняется одним или двумя цветами. Да, вот сверху просто мы тыкаем вот так, прям вот так, да, торцом, да. Гости узнали много ценных советов, как лучше загрунтовать картон, написать предметы дальнего и переднего планов, блики на воде, падающий свет. Еще Сергей Борисович рассказал, что фон лучше удается широкой кистью, а детали – тонкой. Вообще же гризаль, по словам автора, техника универсальная и для больших мастеров, и для совсем юных художников. Вот и Виктория Филатова, ученица Видновской ДШИ, освоила этот известный еще со средних веков вид живописи. Это для меня что-то новое, потому что я никогда такой техники не пробовала. Это очень интересно. То, что мазками, просто тыкая на холст, можно нанести такую красоту. Среди гостей была художница Ирина Радюк. Несмотря на то, что она сама уже давно преподает, но возможность учиться у больших мастеров для нее не только радость, но и необходимость. Есть такой термин, как глаз замыливается, скажем так, да, художники часто его говорят. Чтобы посмотреть на свою работу, да, свежим взглядом, нужно посмотреть со стороны, как бы, да. Поэтому такие мастер-классы, когда ты ходишь к профессионалам, смотришь их технику и потом смотришь на свои работы немного по-другому, они позволяют обогатить и твою живопись и, собственно, потом научить твоих уже учеников. На мастер-классе никто не остался без внимания. Сергей Борисович подходил каждый. Каждому исправлял, помогал, воодушевлял, отвечал на вопросы. Ну а мы выведали у него оригинальный совет для тех, кто не мыслит своей жизни без живописи. Работать надо больше, кто решил стать художником, писать, а если посчастливится, найти своего учителя для начала. А потом отказаться и от учителя, и от всего, чему научился, и тогда ты станешь действительно художником. Работа над миниатюрами заняла не более часа. Каждый написал свой неповторимый пейзаж, получил бесценный опыт и незабываемые впечатления. Художник с большой буквы, конечно же, хочется все узнать у него, как правильно подходить к вопросу. Он говорит, что не надо бояться своих ошибок, потому что кашу маслом не испортишь. Можно прямо сейчас взять это все, зачеркнуть и все это за минуту опять заново сделать. Главное не бояться. Довольна тем, что у вас получилось? Я очень довольна. И это только начало, потому что это 2 минуты рисования. А всех, кто воочию хочет увидеть картины Сергея Голяндина, ждут в историко-культурном центре. Выставка продлится до 10 ноября. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.